Я Жора, я белорусский анархист в изгнании в Варшаве. Вот. И это видео, наверное, второе видео из запланированной серии видео с интервью с различными активистами и активистками. Вот. Собственно, сегодня у меня двое гостей, но сейчас они сами представятся и про себя расскажут. Наташа, начинай ты. Меня зовут Наташа, я соорганизаторка «Только сами». Вот, все, что могу себе сказать. Активистка, анархистка. Да. Меня зовут Слава, я такой же белорус, как и Жора. И сегодня специально для него я подготовил маленький сюрприз. Я думаю, он его обрадует. Я отрыл эту футболку, блядь. Это Ты очень мило, понимаешь? чувак. Все, специально для тебя. И застегнула обратно. Ну, ладно. Оставим сегодня рекламу организации, которая сегодня почти не существует. Ну, Будем это рекламировать всех. дискуссионно. А вот это чудное существо, оно будет представляться или нет? Это Семен. Он очень любит торговать ебалом. Поэтому вот. Окей, тогда перейдем к следующему вопросу. Собственно, как вы докатились до такой жизни, как вы стали либертарными активистами и активисткой? Да. Можешь, ладно, я думаю, мы поняли вопрос, просто у нас пролагивания есть небольшие, и из-за этого иногда плохо слышно. Если говорить про вообще активизм и про все остальное, то, ну, я еще в Беларуси, когда жил, там, занимался какими-то беганиями, блядь, по городу ночью, о чем никому не надо знать, конечно. Еще какой-то деятельностью там, и постепенно начинал в какое-то открытое, да, типа выходить в медиа и все остальное. Потом переехал в Россию, год тут сидел на жопе ровно, ничего не делал, типа вообще ни в чем не принимал участия. А потом мы решили, что очень классно было бы открыть пространство, типа свое, потому что за даже год вот этой жизни в Москве мы столкнулись буквально с тем, что некуда пойти, чтобы организовать что-то такое, что нам хочется, что нам нравится, типа, начиная вот там мероприятий по политзекам, заканчивая тусовкой какой-нибудь просто, где можно отдохнуть, друзья. Так. Надеемся, что все окей, все слышно. Все прекрасно слышно, жду, что ты расскажешь. А может, мы с телефона попробуем зайти? Давай. То есть вы меня сейчас Да, не слышали? Семен. Тебя очень плохо слышно, Мы сейчас поэтому мы сейчас попробуем не подключиться передаем. с другого Да. устройства, да. У меня зарядки нет. Но это не проблема. Так. Так. Ага, а мы, получается, смотрим с другого устройства. Так, ладно, пофиг, продолжим так. Я думаю. Ну, слушай, вы можете быстро отключиться и просто вернуться, и все. Давай, да, попробуем таким макаром сделать. Сейчас. Да, у нас тут небольшие технические неполадки. То есть это первый стрим, я так понимаю, у меня и у ребят, поэтому что-то немножко пошло не так. Но сейчас, я надеюсь, они вернутся. Ну что, меня лучше слышно? Раз, раз. Все, Это отлично. хардбас. Все в спортивках Adidas. Все слышно? Отлично. Кстати, слышно стало лучше, видно тоже. Блять.
Девочки, вы упали. Так, поднимаем. Все. Ну, в общем... Блядь. Переверни просто телефон. Подожди. Вот так вот. Переверни на там внутри. Сейчас. Мы все устроим. Секунду. Это ты переключил. У нас авария. Да, девочки, у нас авария. Это не то переключение. Это переключение между фронтальной камерой. Да? Да. Смысл? Да. Я почти уверен в этом. Сейчас мы сделаем систему. Тут спрашивают тему эфира. Вот у нас сегодня интервью с культурным проектом из Москвы, пространством. Только сами. Очень культурно мы, конечно, сейчас выглядим. Но особенно ты. Я тоже сейчас буду. Белорусы. Так, ну что, ты представился, теперь ты представляйся. Точнее, рассказывай о своем пути в либертарный активизм. За примерно 3 года до того, как мы открыли пространство только сами, мы сидели с Наташей Четверио, многие ее знают, ты, Жора, наверное, тоже. У нее площадки. Он концерт ей делал. Ну, поэтому я и говорю. Мы сидели у нее дома и были в глубочайшей депрессии и спрашивали друг у друга, какая у нас мечта. И сошлись на том, что открыть какой-то социальный центр там, помощи людям было бы круто. Концепция была очень плавающая и гибкая. Мы много обсуждали, где бы мы могли это сделать. Мы даже смотрели, сколько будет стоить снять гараж. Вот. Но тогда у нас были, к сожалению... Ну, у меня конкретно, например, был абьюзивный партнер, который говорил, что у нас ничего не выйдет. У Наташи была примерно та же ситуация, насколько я знаю. И мы это все заглохло на 3 года, потом мы с ними расстались, и стало так легко и просто. И мы такие, о, класс, давай начнем мониторить ЦИАН и скопим 200 тысяч рублей российских на то, чтобы открыть. Блядь. Слава! А я тут при чем? Все. 200 тысяч российских рублей отделяло нас от мечты. Девочки, вы вышли из абьюзивных отношений. Да. И мы копили-копили, и ничего не скопили. И к тому моменту, как я увидела это объявление на ЦИАНе, что сдается какой-то там обосранный подвал, затопленный за там копейки в центре Москвы, возле Арбата, к тому моменту у нас было ровно 0 рублей. И нам пришлось занимать эти деньги, а мы копили их полгода, вот эти 0 рублей. Мы заняли деньги, сняли подвал, зашли в него с мотивацией сделать ремонт, поплакали. Ну и начали делать ремонт, делали его полгода потом. И теперь все хорошо. Ну, тогда давайте... Я хотел сразу спросить, на каких ценностях базируется проект. Но давайте, может, вы лучше расскажете для начала про ремонт, потому что я видел эти фотографии помещения до... И я вообще не представляю, как вот из этого можно было сделать то, что получилось. Это было невозможно бы без огромной поддержки людей, которые привозили нам стройматериалы, приганили их, где-то доставали из помоек. И это невозможно было бы, если бы мы на все свои выходные от работы и все свое послерабочее время не тратили бы на ремонт. Потому что, когда мы принимали подвал, мы понимали, что за такие копейки в центре Москвы это будет полный пиздец. Я могу рассказать историю о том, как я поняла, что нам будет очень тяжело. Я ее расскажу, конечно же. Давай. Я пришла через 3 дня одна в подвал, чтобы посмотреть, что там да как. Открываю дверь, а там из трубы. А подвал, кстати, 1899 года, как и дом. Солидно. Это было в 19 веке. Вот. И как из трубы, которая не менялась, это уже 19 века, такая чугунная, хлещет кипяток прямо на инструменты, которые мы туда завезли электрические. И я одна, и я смотрю на это, на фонтан кипятка, я бегу, беру какое-то ведро, начинаю этими ведрами кипяток таскать, а то услышал сосед, точнее, он услышал не это, а мои рыдания и крики «Сука! Как жить? Пошло оно все нахуй! Да забирайте свой подвал обратно!» Он услышал это, прибежал и очень сильно мне помог с выносом кипятка и вызовом сантехников, потому что я была в истерике. И после этого я поняла, что работа предстоит. Девочки, блядь. Вы снова упали. Слав, еще раз ты пошевелишься. Блядь, все, тихо. Все, Слава просто ногами не шевелит. Короче, на чем я остановилась?
На соседи, который помог. Да. И этот сосед, он так проникся моими рыданиями, что он подарил нам осушитель практически бесплатно, вот, для подвала, потому что там было 99% влажности. Первые полгода ремонта, первые 3 месяца ремонта проходили во влажности 99%, почти как в бассейне. Было лето, жарко, там в подвале было плюс 30, 99% влажности, мы все мокрые, и льем бетон. Вот. Он подарил нам осушитель, и стало хорошо. И, ну, кстати, вот это вот первая штука, которая дала понять, что если что, если даже мы окажемся в беде, если у нас будет какая-то проблема, то всегда найдется какой-то человек, который нам поможет, даже если это просто сосед. Просто и так и происходит до сих пор. Ну, я не знаю. Много вообще было помощи от каких-либо соседей. То есть, понятно, люди, которые разделяют те же взгляды, что и вы, это окей, а сторонних, со стороны сторонних людей? Жор, от соседей на самом деле было достаточно много помощи. Я хочу рассказать про то, что когда к нам приходили эшники, продавщица их слала нахуй в соседнем магазине, у которого мы покупаем... Магазине белорусских товаров. Да, у которого мы покупаем белокол. Она говорила, вы мрази, там, псы режима, уйдите, не трогайте моих ребят. А когда приехал серб с отрядом полиции... соседки выходили там с собаками, там просто с детьми и кричали на этих мусоров, говорили, отстаньте от ребят, они там книжки читают, что вы приперлись, этих городских сумасшедших, а именно серб, слушайте. Вот. А по поводу именно людей, которые занимаются активизмом и которые должны были бы нам помогать, тут, конечно, ситуация двойственная, потому что, ну, на мой взгляд, до ремонта я ожидала, что будут помогать одни люди, в итоге помогали абсолютно другие, какие-то не прям активисты. Вот. Да. Я думаю, тут... Так, я влезу в кадр. Я думаю, тут стоит просто перейти к тому, как вообще сформировался коллектив, потому что ремонт в этом, типа, очень сильно помог и, в принципе, был... стал базисом каким-то для того, чтобы коллектив собрался. Изначально у нас было 4 человека в ТС, которые, типа, мы такие, мы собрались, условно, ну, близкими друзьями, сказали, все, мы делаем. Начали делать ремонт, и, типа, первый день ремонта, ну, человек 30 к нам пришло, чтобы ты понимал. Все 30 человек были заряжены, блядь, как не знаю кто, красить стены. На следующий день ремонта пришло 10 человек. Еще потом пришло 5, типа. А потом уже мы основным... почти составом, иногда двое-трое постоянных людей приходили, оставшиеся полгода делали ремонт. Иногда были ситуации, что кто-то залетал к нам, но как будто бы было ощущение, что просто отметиться может быть. Ну, то есть, что вот я пришел, помог, я пообещал еще прийти много раз, и больше никогда не пришел, и было немножко обидно. Вот. Но были люди, которые нам прям серьезно помогали, то есть после своей же работы приезжали, там бетон месили, что-то заливали, делали вот эти... Ой... Короче, да, типа из тех людей, которые больше всего делали ремонт, которые с нами смогли сработаться, ну, в стрессовой ситуации, в принципе, сформировался коллектив, который сегодня существует. То есть нас на данный момент 9 человек, по-моему. Это вот все 9 человек, которые прошли, типа, вместе этот полугодовой ремонт. Типа, если во время ремонта люди не поругались, мы ругались, ну, точнее, если не разосрались прям конкретно и смогли дальше друг с другом работать. Мы решили, что это отличный маркер для того, чтобы, ну, типа, вот этот человек точно, типа, с нами пойдет и дальше. Вот. И вот короче, ремонт — это хороший тимбилдинг. Да, вообще, 100%. Он абсолютно не соответствует всем современным ценностям. Вот это не токсичности, вот это вот, блядь, дружественного отношения. Нет, мы сначала пытались. Мы сначала первый месяц, честно, пытались очень вежливо разговаривать друг с другом. И там всякие штуки, типа, ой, принеси, пожалуйста, шуруповерт, ой, это не тот шуруповерт, принеси, пожалуйста. А вот к концу ремонта концентрация посыланий нахуй была максимальная просто. Ну, всем было весело, и никто не обижался, потому что мы слали нахуй друг друга обоюдно, и все было супер. И если ты можешь послать человека нахуй 100 раз за день, он тебя 150, и вы после этого все еще друзья... или подруги, ну, мне кажется, что можно с этим человеком хоть куда идти дальше. Справедливо. А среди вас вообще кто-нибудь профессиональный строитель был? Или вы просто всего с Ютуба научились? Или, может, вы там... И это просто тыканье пальцем в небо. У нас было максимальное количество ошибок,
которые мы совершали в ходе ремонта, прям фатальных. Блядь, да, это очень смешно. Очень фатальных ошибок. Ну, типа, таких, как, ну, если бы мы их не сделали, мы бы закончили, может, на 3 месяца раньше ремонт. Вот. Ну, то есть мы там почитали, что-то какие-то форумы, там, что-то посмотрели, и кто-то пришел, какой-нибудь скинхед, экспертным взглядом глянул, сказал, да я у там деда своего на даче такое дело, я сейчас помогу, я сейчас поруковожу, а потом мы такие, блядь, что мы сделали вообще, как это исправить? Ну, вот так и двигался ремонт в итоге. Вот. Профессиональных строителей не было, и никакой профподготовки типа, ну, не было. Ну, вот у нас только люди с образованием, ну, среднеспециальным, электричеством занимались, которые вот в этом разбирались, потому что в щиток лезть, ну, его нахуй, типа, без знаний. Справедливо. Вот. А и на самом деле, типа, ну, я не знаю, я один раз в жизни церковь строил лично. И еще там, ну, на самом деле, кто что по мелочи умел, если умел, то, типа, так и работали. У нас там, типа, из ошибок одна из самых смешных, это как мы короб делали, чтобы трубы спрятать, у нас же водопровод по всему подвалу. Сделали короб, а он, блядь, под углом 30 градусов шел, то есть он расширялся к концу, это треугольник получился вместо прямоугольника. И вот типа на такие... Да, а короб начинал делаться из металлопрофилей, и то есть нам пришлось потратить неделю где-то, чтобы разобрать эти металлопрофили обратно и собрать заново. Потому что мы прям на века металлопрофили прикрепляли болтами там и так далее. Тут выше человек спрашивал, сколько раз вы стены переделывали? 6. Больше. Сколько? 6 официальных раз мы переделывали стену. Жестко. 6. И 2 или 3 неофициально что-то там докрашивали, подкрашивали, там 30% стен условно. Ну, то есть. А сейчас мы хотим, ну, у нас в планах сейчас будет инсайт чисто для людей, которые смотрят, которые нас настолько любят, что смотрят сейчас этот стрим. Мы хотим очень на Новый год открыть сбор, наконец-то, на гидроизоляцию для стен. Она стоит 17 тысяч рублей на наш подвал. Российских. Вот. И... Ты ему в злото переводил эти белорусские рубли. Да ладно уже! Стоп, злото, друзья. Короче, и мы хотим уже разделаться с ним стенами, по которым ползет ржавчина, потому что прямо за нашим подвалом находятся арбатские катакомбы, по которым должен был Сталин убегать из Москвы. И оттуда постоянно идет, короче, сырость в наш подвал. И осушитель как бы справляется, но стена-то мокрая внутри. И нам нужна гидроизоляция, чтобы вот так вот захреначить, чтобы у нас стены были не с желтыми пятнами, а белые, кристальные, чистые, красивые. Вот. Да, сносите стену и захватывайте катакомбы. Да. Мы хотели. Да. Совет для всех будущих организаций, которые будут брать нас пример, делайте ремонт сразу в стиле ВОВ. Да. Так большинство проблем отпадает. То есть вы, получается, вообще каких-то сторонних специалистов не приглашали, только сами? Ну, а куда? Только сами, во-первых. А во-вторых, денег-то не было. У нас реально, ну, половина материалов, половина электроинструментов была либо с помойки, либо кто-то нам на время давал. Либо сосед делился. Ну, то есть там вообще... Но при этом на бабки мы хорошо встали, блядь, за время ремонта. Типа, из-за того, что он был в пиздеце, нам... Этот арендодатель сказал, что я вам дам 2 недели каникул. А 2 недели каникул ремонт на такой подвал, ну, это нихуя немного. И мы полгода по факту платили аренду, оплачивали материалы с Петровича, product placement начинается уже сейчас. Там еще какие-то докупали постоянно штуки, и мы вот особо не следили за бюджетом именно во время ремонта, потому что мы со своего кармана тратили там, со сборов получалось иногда что-то отбить, но очень маленькую часть прям. Почти незаметную, но приятную. И мы посчитали, что мы 1400, типа, за весь ремонт потратили. На аренду, на инструменты, на, типа, материалы, на все остальное. Это только то, по которым моментам у нас есть чеки. А, типа, вот чеки там с Петровича, со всяких доставок, стройматериалов и так далее. А так мы вне чеков очень часто ходили в магазин за саморезами, за шлифовальными дисками. Я думаю, там 1600 есть точно. Вот. Ну, короче... Человек таких вышел, блядь. Я пытаюсь просто пересчитать это как раз-таки на какие-нибудь человеческие деньги, типа доллары, злоты, евро. Но понимаю, что нормальная такая сумма. $1005.
или 50. Ну, нормально, нормально, тут уже машину купить можно, причем, ну, неплохую. Конечно, тачку можно было купить, но у нас было сколько? Четверо, блядь. Ну, типа, это было незаметно, потому что растянулось на полгода, и потому что мы ничем не занимались, кроме ремонта и работы. То есть мы работали, а потом эти деньги в ремонт. Мы работали в ремонт и в энергетике. И все, и типа, как бы, ну... И в церковную лавку ходили, кстати. Там постные всякие пирожки были, всякие. Нас уже узнавали там. Ну, судя по тому, что я видел в Инстаграме, вы на энергетике потратили, наверное, половину суммы, которая потратилась на весь ремонт. Факт. Мы оптом в какой-то момент закупали. Да. Так, хорошо. С ремонтом вроде разобрались. Тогда вот главный, в принципе, основной вопрос. Какая концепция самого проекта «Только сами» и на каких принципах вот все это держится? Я, ты. Давай, я начну, ты продолжишь. На подхвате сегодня. Да, на подсосе. Значит так, изначально какая у нас была концепция? Концепция была социальный эксперимент, и не более. Мы четверо выгоревших активисток и активистов были. Два мальчика, два девочки выгорели, устали страшно, как будто никому ничего не надо, как будто бы никаких результатов мы не видим. И мы собрались и сказали, типа, давайте, вот есть вариант снять подвал, давай снимем подвал, там будет все для всех бесплатно, все будет прекрасно, любой может высказаться, любой может книжку взять, мы любому поможем, к нам всегда там можно будет подойти, попросить любую помощь, там, мы там пробиваем кому-то юристов, мы пробиваем кому-то психотерапевтов, кто вот на бар подходит и просит помощи, мы там все сделаем прекрасно и посмотрим. Будем ну, типа... строить прекрасную Россию будущего прямо здесь. Нет, Слав, ёб твою мать, жёлтый кот. Короче, и мы будем существовать год. Вот. И если мы за этот год начнем окупаться, если мы не будем тратить свои денежки, если люди будут понимать, что мы, ну, типа, из своего кармана платим за все это и будут нам восполнять это фрипрайсом, там, какими-то донатами там, и так далее, тогда мы будем существовать дальше. Если нет, то мы едем к тебе в Европу, Жора. Вот. Вот такая была. Европа не резиновая, кстати. Да, конечно. Если для таких, как ты, мест нашлось, мы там точно встроимся. Не, на самом деле тут, да, встроиться просто, если знаешь язык. Да, короче, если про концепцию еще немножко говорить, то, ну, я просто сразу отвечу, например, на актуальные вопросы, которые еще не поднимались где-то в других интервьюхах, которые ты, может, не знаешь. Нам просто периодически пишут ребята, ну, мы-то все участники коллектива, участницы, говорим, что мы анархисты по своим взглядам. То есть мы этого не скрываем, это вполне публично от наших, ну, личных каких-то аккаунтов, интересов всего остального. Но при этом, типа, в самом пространстве нам не особо есть дело до политических взглядов людей. То есть, ну, если они не говорят... в разумных пределах, да. Да, если они не говорят, что нужно мигрантов, блядь, там, умигранчивать и все остальное, то мы таких людей, конечно, ну, не особо котируем. Вот, но при этом мы и с социалистами много взаимодействуем. У нас были марксисты, прям марксисты. У нас очень много всякой либеральной какой-то публики и спикеров в том числе. И в этом типа кайф весь основной, что типа люди могут на нормальных, на нормальной площадке... На анархических основах провести марксистские дебаты как бы. Вот, заряжаем людей, так сказать, анархизмом, вот этих социалистов всех, которые к нам приходят. Никого, я не знаю, у нас не особо много политической агитации внутри, мы просто... Да, конечно. Только про Штирнера говорим. Именно о том, чтобы, типа, ну, очень явная проблема, что в Беларуси была, ну, на моем веку, так сказать, что в России, в том, что очень много разряженных каких-то людей, каких-то инициатив, каких-то проектов, и которые в Фейсбуке, блядь, либо друг с другом срутся, либо в жизни друг друга отписывают от митингов и всего остального. Из-за того, что они просто банально не могут найти точки соприкосновения, еще что-то, или там у них какие-то личные контры. А вот мы, как площадка, хотели дать вот место, в котором можно вести диалог, типа, нормальный, открытый, типа, свободный, без какой-либо хуйни и рукоприкладства. И пока это получается, потому что на самом деле, ну, мы в основном ожидали какую-то субкультурную, может быть, публику на наших мероприятиях, но это со временем вообще не так стало. То есть у нас есть какие-то постоянные люди, какие-то люди, которые там, может, относят себя к субкультурам,
Но при этом, типа, коннект идут вообще все, там прям такой плавильный котел начинается, очень интересный, как эти люди между собой взаимодействуют. Так что наши там анархические какие-то взгляды и все остальное, они вот лично наши, они всего пространства. Про принципы пространства у нас, типа, именно про открытость, там про горизонтальность, про все остальное, не про анархизм как таковой, как идеологию. Вот. Так что, да, и нам пишут, что вот вы анархисты, а почему у вас марксисты выступают тогда? Мы им говорим, открытая площадка, марксисты приходят, говорят, мы не можем отказывать людям в возможности высказаться по причине политические взгляды. Вот. Такие дела. Короче, можно сказать, что у вас просто открытая для всех более-менее прогрессивных людей площадка. Да. Это очень коротко. Отлично. Ну и я вот послушал, у вас получилось лучше, чем у нас когда-то в Барановичах, ты помнишь. Да, потому что нормальные люди к нам из-за пределов какой-то субкультурной тусовки практически не приходили. На этом все, в принципе, и закончилось. Ну вот, вам повезло, с чем и поздравляю. Да, у нас... Подожди, ведь не договорился. Ну сейчас я закончу, типа, мысль. Жорж хочет, видимо, следующий вопрос задать. У нас приходят люди, начинают профессоров вышки каких-то, то есть прям дядечки-дядечки, заканчивая скрипачками, оперными певцами там и так далее. И они все собираются в одном месте, и когда и у нас после каждого практически мероприятия есть дискуссия, и когда начинается дискуссия, и они начинают там между собой сцепляться языками, потом на следующее мероприятие они уже приходят, там вместе они уже дружат, потому что они, да, обменялись контактами, списались там и так далее, любят наше место за то, что они тут познакомились, и нам так приятно, вот, ну, что такое происходит. Что это не просто вот тусовка для своих конкретно, это, хотя это было бы тоже, наверное, круто, в которой все друг друга знают, все хорошо там и так далее, а что это место, где люди реально знакомятся, налаживают горизонтальные связи и разрастаются такой сетью. Очень красиво. Да, где попить. Да, ну это очень классно. Как бы это то, что мы когда-то хотели сделать в своем городе, но, к сожалению, все пошло немножко не так. Вот, а у меня такой сейчас вопрос, то есть, как я понимаю, мероприятия проводите не вы, а какие-то сторонние спикеры в основном? Нет. Ну, почти все мероприятия проводим мы. В месяц где-то два мероприятия предложено. Ну, не скажу. Ну, ладно, я да потом нет, ну, хорошо, я выскажусь первое. Иногда бывают месяцы, в которых 3-4 мероприятия лекторы сами пишут, говорят, я хотел бы у вас выступить. А вот с марксистами это был сразу курс. Ну, типа, там социалисты РСД говорят, мы хотим у вас проводить дебаты, там, 4 раза или 3. Вот. Ну, то есть, обычно это 2-3 предложения в месяц, что вот мы хотим у вас это провести, мы хотим то провести, а в остальное время мы судорожно соображаем, кого бы позвать, кого бы пригласить, чтобы организовать такое, чтобы всем интересно было. И если мы ничего не придумаем, мы делаем кинопоказ. Все. Ну... Как у вас вообще вот проходит это обсуждение? Какое мероприятие делать? И позволять ли вот людям, которые хотят что-то провести, проводить это мероприятие? Теперь я отвечу на вопрос. По обсуждениям все достаточно легко, потому что у нас обычно либо есть какие-то уже наработанные контакты. Кстати, вот со временем, что стало хорошо, по-моему, что один из таких движущих механизмов вообще пространства, это то, что нас начинает узнавать публика, и становится больше запросов на проведение мероприятия. То есть полгода на своих мероприятиях мы бы никак не вывезли. А вот этот месяц и следующий уже начиная, ну, люди сами нам пишут, сами просятся. А про допуск-недопуск, ну, вот у нас есть прописанные принципы, типа во всех наших соцсетях, вот есть принципы. Если твое мероприятие, и ты как человек, в принципе, отвечаешь этим принципам, пожалуйста, никаких проблем. Вот. Мы только, может быть, не знаю, насколько это иерархично, не иерархично. Мы просто иногда людям, которые там условно первый раз что-то подобное делают, или у кого мало опыта в этом, мы просто со стороны людей, которые постоянно в этом варятся, можем дать какие-то наработки, советы, все остальное, как это больше в медийность выйдет, или как это будет просто комфортнее внутри мероприятия. А так мы, наверное, с моей личной стороны, один из главных типа пунктов успеха нашего, да, как проекта, это когда оно сможет существовать автономно, абсолютно, типа, без нас, в плане проведения мероприятий, когда мы будем нужны просто как площадка, как что-то, что предоставляет услугу, да, в какой-то мере, но при этом люди сами абсолютно варятся в этом, типа, сами между собой что-то организовывают, собираются, разбираются, вот это было бы очень клево.
Ну, пока мы на каждом мероприятии присутствуем, на каждом мероприятии мы готовим кухню. Вот в последний раз было первое, по-моему, мероприятие, на которое сам организатор приготовил кухню. Первое же. Да, фримаркет. Да, на фримаркет вот человек, который предложил этот фримаркет, концепцию. Мы ему нарисовали афишу там, наша дизайнерка. Он написал сам анонс и сказал, я приготовлю кухню сам. И это было так приятно, так хорошо, потому что мы так устали готовить перед каждым этим мероприятием, это огромное количество еды, везти ее куда-то. И еда была супер вкусная, и мы очень рады. Вот. Я, насколько помню, вы, кажется, где-то писали, что у вас еда постоянно не окупается. Это так? Это так. Еда у нас по фри-прайсу. Все, что кидают за еду люди, все идет на аренду. Ну, то есть мы в последний месяц, благодаря человеку, который, видимо, присутствует сейчас на стриме, мы получили донат. Да, Митя Едкий. Митя Едкий. И этот Шумер фестиваль, просто респект огромный. Они нас очень сильно подогрели. Они нас подогрели, и поэтому в этом месяце мы прям чуть-чуть расслаблены, отложили в копилочку хоть что-то. А в остальные месяцы у нас просто, ну, мы постоянно скидывались под конец месяца на аренду. Ну, то есть мы даже не думали о том, чтобы окупать еду. Мы такие, хотя бы аренду. А вот еду мы каждый просто на свое мероприятие покупает, вот, закупает эту еду, готовит и даже не ждет обычно, что там что-то ему, ну, что-то это окупится. Нет, никогда. Мы себе не брали ничего из денег, которые на донаты кидали. Никогда. Даже когда у нас возникла такая ситуация, что вот наша дизайнерка, она замечательная, она просто супер. Ты видел же эти афиши? Конечно. Они вообще вот. Да, она под каждое мероприятие практически индивидуально разрабатывает эти афиши, и она параллельно работает, и все это она делает бесплатно, и на каждую афишу она тратит ночь примерно, чтобы ее нарисовать. То есть и у нас 3-4 мероприятия в неделю. И, короче, она пахала так пахала. И потом мы выяснили, что у нее, в принципе, ноль денег. И мы решили заплатить ей зарплату. И мы скинулись со своих, чтобы не платить до донатов. И заплатили ей зарплату. Это был единственный раз, когда человек только сам получил какие-то деньги. Тогда было меньше минимального размера оплаты труда, поэтому даже гордиться не было. После этого к вам придут с проверочкой и скажут, здравствуйте, а что это правоработников нарушаем? Да-да. Она не по ТК устроена, так что все. Тогда отлично. Вопрос следующий. Сколько всего у вас уже прошло мероприятий и, собственно, ну, сколько средняя посещаемость? Блять, посчитать... Ну, давай прикинем. У нас в месяц, в среднем 20 мероприятий. То есть, ну, вот так вот. Каждую неделю 3-4 мероприятия. Мы существуем уже... Ну и курсы плюс, которым нет у нас афиш по курсам, но у нас есть курсы. Ну, где люди там приходят, собираются как-то еще. Да-да-да. Ну, больше 100, скорее всего, приближаемся к 150. Да, средняя посещаемость, ну, типа, на один из кинопоказов к нам пришло 2 человека. Это минимально. А максимально у нас и под 100 людей было человек, никто не помещался. И 80, и 70, типа, ну, вот так вот. В среднем, я думаю, 20-30 человек, на которые мы рассчитывали в среднем наши сидящие места, вот 20-30 человек нам приходят на мероприятие. У нас сидящих мест около 35, ну, чтобы комфортно, вот это на 35 человек. Но очень часто бывает, что если мероприятие интересное, вот приходит под 100 человек, а у нас же нет ни записи, ничего, ну, и мы такие, блин, очень жарко. Очень жарко и негде сидеть. Вот. А на какие мероприятия больше всего людей приходит? На политические. Вот мы каждый месяц делаем по политзекам мероприятия, потому что это наша отдушина в проекте. Ну, это как минимум моя. Вот. Не буду говорить за всех. Это очень требует много ресурса, и поэтому мы делаем только раз в месяц. Но вот когда делаем, мы там размахиваемся. Мы зовем адвокатов каких-то, мы связываемся с матерями политзаключенных по видеосвязи, там весь зал плачет. Все знают, что если политзечное мероприятие, то будет круто, то приедут менты, то мы будем там с ними бороться. Мы будем говорить, уйдите, соседи выбегут, будут нас защищать. Что будет весело, круто, и все напишут письма. Вот так вот. Поэтому так не протолкнуться обычно.
Окей, ну вот как раз уже и начали про ментов разговаривать. Тут еще и до этого и про серп и про эшников звучало. Но самое интересное, это же, конечно же, менты. Собственно, в России вот последние несколько лет я смотрю, что ситуация с каждым днем все хуже и хуже. Мы, конечно, как бы... Ну, Беларусь и Россия там в разных степенях идиотизма друг друга обходят. У вас пока просто не за носки не сажают, но, блин, у нас до недавнего времени, до 2020 года так тоже не пытали. В общем, вопрос такой, как вот вы в этом совершенно враждебном либертарном идее мире выживаете? И какие проблемы у вас с репрессивными органами возникали, и как их решали? Очень хорошо. Очень жаль, что вообще время не очень удобно для стрима, и Женя не может присутствовать. Женя — звезда либералов, потому что она прекрасно умеет разговаривать с мусорами. Она просто говорит: уважаемый. Вот. Когда к нам приезжали какие-то люди из Следственного комитета и так далее, Женя брала на себя эту роль вот коммуникаторши, она шла к ним и разбиралась. И когда Женя есть, все хорошо, когда Жени нет, мы немножко паникуем. Вот. А так, не знаю, но мы хорошо справляемся. То есть те менты, которых к нам пригоняют эшники, они такие, это просто ОВД Арбат. Это люди, которые сталкиваются только с пьяными подростками на лавках у метро. Они не понимают, что это такое, что происходит. Они говорят: а вы кто? А как вообще? Ой, интересно. А что у вас в библиотеке? Блин, уходим отсюда, а то тебя завербует Серега. Типа, они смешные, это всегда смешно. Мы их фотографируем с смешных ракурсов и потом делаем с ними коллажи. Ну, то есть, вообще, по сути... Для меня конкретно, когда приходят мусора, я такая думаю: блин, класс, сейчас будет что-то веселое, сейчас начнется. Сейчас будет много лайков. Много лайков в Инстаграме, много репостов, все прекрасно. Вот. Серьезно, каких-то серьезных, кроме того, что нам порезали провода от электричества, но мы их сразу починили, все в порядке. Не было никаких серьезных там провокаций, чего-то. Ну, замок нам сломали, но мы не знаем, менты это или нет. Вот, пока все хорошо, ничего страшного не происходило. Просто они хотят нас пугать и пугают. Пугают, а мы не пугаемся. Вот, поэтому... Ну, мы еще стоит, да, типа, уточнить момент, что мы хорошо подготовились юридически. То есть мы в какой-то из вечеров, типа, просто сели, прописали все наши риски, которые нас могут ожидать, все какие-то пункты, за которые нас могут в теории прижать менты, типа, все пути отступления, все бумажки, все не бумажки, все, типа, разговоры. И мы выработали какую-то схему взаимодействия и по ней работаем, пока это получается. Да, и всегда у нас на связи есть наш адвокат, это ОВД-инфо. Он дает нам советы. В критических ситуациях мы можем позвонить ему в любое время. Он нам говорит: действуйте так, если что, я подъеду. Вот. И это тоже... Очень круто, спасибо огромное ОВД-инфо. Донатьте ребятам. Донатьте ребятам, они сейчас в сложной ситуации. Да. Вот. Поэтому мы чувствуем себя настолько в безопасности, насколько мы можем себя чувствовать в этом мире, и мы готовы к репрессиям, насколько можно быть к ним готовы, и мы все уже давно думали, обсуждали и так далее, и мы пытаемся, ну, не загоняться, короче, по этому поводу. А сколько раз вообще к вам уже приходили менты какие-нибудь, там, правые, еще кто-нибудь? Каждый месяц. Была смешная ситуация, когда серп, он же общается с смс-ками со своими, ну, чуваками. Серп разослал смс-ки, что они в этот день сожгут наше помещение. Ну, типа, мы идем на поджог помещения. А мы об этом еще не знали. Хотя была такая мысль зарегистрироваться в сербы, чтобы знать об их передвижениях, потому что это смешно. Вот. А нам же регистрация, ну, без любой проверки, просто свой номер телефона вбиваешь у них на сайте, и все, и ты как бы в сербе. Вот. И короче, ну, мы еще не сделали такого, поэтому... Да, вот. Мы, конечно... Конечно же, мы такого не делали. Вот. И я вижу, идет, короче, мусор. Я думаю, ну, блядь, типа, сейчас опять... Он идет такой: Наташ, он меня по имени знает уже, настолько часто они к нам приходили, что они уже там нас по именам знают, основных людей. Он говорит: Наташ, не беспокойся, я тут вас от серба охраняю, они разослали смс-ки, что хотят нас сжечь. И он стоял все мероприятие часа 3 или 4, вот так вот, там, напротив входа в помещение, и охранял вас. Очень грустный был.
К нему подошел какой-то пьяный мужик вот к этому мусору и говорит, а это знаете кто? Это вот там они террористы, что-то экстремисты, и вообще там их надо сажать всех. И мусор ему говорит, да нормальные ребята, отъебись от меня, ты что бухой, сейчас это заберу. У меня такой когнитивный диссонанс произошел, типа, ну блин, класс. А вы вообще как-то юридически оформлены или нет? Нет. Нет. В этом и наше преимущество. Мы юридически оформлены как помещение для ивент-мероприятий. Знаешь, что такое? Это такое помещение, которое не требует государственной регистрации в госреестрах и так далее. Если только в нем ведется какая-то купля-продажа, какие-то денежные отношения, тогда его нужно регистрировать в налоговой и там в реестре каком-то этих помещений. А если в нем не ведется факты купли-продажи, то как бы все хорошо, все замечательно, никакой купли-продажи у нас нет, мы помещение для ивент-мероприятий, мы предоставляем площадку. Юридически это как, ну... Как лазейка. Как подвал, в котором собираются друзья. Все, то есть ты, ну, типа, они же не могут в каждый подвал, где собираются друзья, какие-нибудь панки киша играть, блядь, приходите, закрывайте. Вот, и вот мы в таком же ключе где-то оформлены. То есть мы где-то на уровне юридическом, типа, условной реп-точки бесплатно. Блин, ну это на самом деле очень интересно, потому что в Беларуси было очень геморройно, и когда у нас было учреждение... Пока мы его регистрировали, и когда уже сняли помещение, заплатить был геморрой. Ты каждый раз просто на почте полчаса объясняешь, кто ты и какого хрена физическое лицо за помещение для юрлиц платит. И как это можно? А тут классненько. Для юрлиц и для юрлиц. Мы зарегистрируем как физическое лицо, которое снимает площадку просто для ивент-мероприятий. Мужик, когда продавал этот подвал, он написал в объявлении «под ломбард, под ночлежку, под что угодно, заберите его у меня». Типа вот примерно так. Ну, состояние у него было такое, что я не удивлен, что он его вот так отдавал. Да. Так, с арендодателем, кстати, тоже. Вот нам очень много где повезло на самом деле. Вот в частности с арендодателем. Мы его увидели один раз. Когда подписывали договор. То есть мы увидели его, подписали договор, он дал нам номер карты, на который скидывать деньги, и ни разу больше не появлялся. Да, когда мусора пытались ему позвонить в какой-то из раз, он просто трубку не взял, как и от меня, как и от любого участника или участницы коллектива, только сами. То есть мы просто перечисляем каждый месяц деньги мужику и не знаем, жив он, мертв, типа, ну, вообще получают он эти деньги, не получает. То есть, как бы... Ну, главное, что он не стоит над душой, не спрашивает, а что у вас за книжка, а почему на ней какая-то штучка с буковкой А? Вообще нет. Он не видел даже результат ремонта. В принципе, не видел, он ни разу не приезжал. Я понял. А получается, я слышал, что у вас какой-то идиотский очередной закон про просветительскую деятельность принимали, и я так понимаю, да. Из-за того, что вы не зарегистрированы, он вас напрямую не касается. Нас он касается, мы под него попадаем. Там вопрос с этим законом в том, что под него подпадает общение между людьми попадает под этот закон. Если батя... Мои любимые цитаты из этого закона. Любая передача знаний, навыков, умений. Вот. То есть, это любой разговор, ты понимаешь? То есть, если батя учит сына, типа, забивать гвоздь, блядь, молотком, то он попадает по закону просветительской деятельности, его нужно сажать. Это не сажать, хорошо, что в России так мало бать в семье, особо не страшно. Короче, там штрафы. Если у нас вдруг будет штраф за просветительскую деятельность, я считаю, это достижение. Ну, типа реально признание наших заслуг. Это признание, да. Это такой вот такой большой лайк от государства. Типа, молодцы. Штраф выплатим, разберемся. Типа, ну, пока мы просто ждем, потому что еще, насколько я знаю, не было ни одного прецедента, чтобы по этому закону кого-то осудили. Вот. А вот эта хрень про иностранного агента, она вас, я так понимаю, не касается? Я просто, честно говоря, не особо понимаю, как ее выдают, но просто вижу, что выдают уже просто всем. Так она, да, она в том-то и дело, что выдается всем. Вы постарались себя обезопасить хоть мы как-то? Мы обезопасили себя от иностранных переводов. Никаких иностранных переводов мы не принимаем на карточку только сами, потому что один белорусский рубль, попавший на нашу карточку, и мы сразу иноагенты. Вот. Серьезно?
Да, это так работает. Если ты ведешь любую политическую деятельность, у тебя есть политическая повестка, и тебе пришел любой донат из-за рубежа, любой, там один цент, типа, ну, вот все что угодно, ты иноагент. Это формулировка закона такая, что если ты финансируешься из-за рубежа, если есть доказанный акт финансирования из-за рубежа, есть доказанный факт продвижения любой политической повестки, ты иноагент. Все, типа, ну. И именно поэтому мы, кстати, сейчас завели Patreon, один из пунктов, типа, потому что Patreon хорош тем, что деньги, условно, с иностранной карты, они зачисляются вначале на счет Патреона, то есть не на наш счет напрямую, а потом с отделения Патреона в России уже на карту. И поэтому это не считается иностранным финансированием юридически. То есть мы получаем деньги не с карты твоей, а с Патреона. И все. Подписывайтесь на Патреон. Ну да, вот, я и хотел как раз спросить, собственно, как можно поддержать ваш проект для, окей, для тем, кто в России еще более-менее просто, а вот таким, как я, счастливым обладателем белорусского паспорта в Европе? Патреон. Мы вообще, в принципе, делаем ставку именно на Патреон, потому что разовые донаты, они настолько нестабильные. То есть мы в какой-то месяц можем получить больше, в какой-то меньше. Мы не чувствуем вообще стабильности. Никакой. В России без стабильности в России, тяжело. О, ой, очень. Вот бы был какой-то лидер, который... Ладно. В смысле, а как же Владимир Путин, молодец, что-то там, отец-учитель или что-то там? Политик, лидер и боец, Жора. Ай, ладно, я из Беларуси, у меня другие песни были. Я тебя понимаю. Патреон, он хорош тем, что мы видим, сколько у нас денег, мы видим, когда они в следующий раз придут, и мы можем рассчитывать как-то на будущее, мы можем купить чайник, если он сломался. Ну, типа, то есть мы такие думаем, ну, у нас же есть вроде вот эти вот патроны, и они же в следующем месяце тоже скинут примерно то же количество, ну, то кто-то, может, отпишется, кто-то припишется, то же количество денег. Значит, мы можем позволить себе купить чайник, потому что этот чайник ужасный. Ну, вот, типа так. А разовые донаты, они очень супер приятные, особенно когда они неожиданные и большие. Вот. Но... Типа, ну, страшно иногда бывает, что вот, а что будет, если там опять карантин ведут, там, и мы не сможем проводить мероприятия, не сможем собирать на них донаты, как мы будем аренду оплачивать, вот. Ну, сколько вам нужно в месяц примерно на аренду? 27 тысяч рублей, это сколько? Это 1000 белорусских рублей, да, почти? Ну, да. 1000 белорусских рублей, почти. 360 долларов. Серьезно? Да. А что? А, ну, просто Москва и как бы... Ярбат, да. Я просто вспоминаю, сколько мы платили в Барановичах за помещение. Конечно, меньше, но не настолько. Причем, я так понимаю, наше помещение было поменьше. Гораздо меньше. И не в центре. Наше помещение напротив Арбата находится. На станции метро Смоленская 1 минута. Типа, это та станция, на которую все приезжают, если хотят гулять по Арбату. 1 минута, просто пройти один дом, и вот наше помещение. А, такая цена. Мы прописали в договоре 1 000 000 раз, что он не может изменяться специально, потому что такая цена обусловлена тем, что подвал был затоплен водой, типа. Он был ржавый, старый, никому не нужен. И, ну, мужик просто хотел побыстрее от него избавиться. То есть нам очень сильно повезло. Вот. Ну, то есть, короче, Я просто помню помещение в Барановиче, бывали там. И у вас там прям офис. Постоянно офис. Бывал. Да, и там был офис и все остальное. И типа, ну оно было... Сколько у вас квадратов было, если ты помнишь, не помнишь? Слушай, 30, наверное. Вот у нас 60. Ну да, в два раза. Да. По цене, я думаю, где-то баксов на 100 вроде дороже только. Но я не уверен. Плюс, а в вашу стоимость входит ли коммунальные какие-то услуги? Ну, типа, мы не платим за коммуналку, потому что... Ну, у нас с коммуналкой вот выходило чуть меньше, чем у вас. Окей. Интересненько, интересненько. Входит и коммуналка, и электричество, и все, что коммуналка. Да, если окупать еще и кухню, то это где-то 40. 40 тысяч рублей нам вот так вот, чтобы мы... могли себя абсолютно комфортно чувствовать. И получается, 90% этой суммы или 100% вы покрываете из
донатов. И что-то иногда докидываете, когда влетаете? Нет. 90 или 100 сумм в 27 тысяч рублей на аренду. Угу. Если у нас есть какой-то излишек, в котором мы могли бы отбить кухню условно, да, мы его кидаем на аренду на следующий месяц, потому что мы не знаем, как мы будем в следующем месяце. Нам бы очень... Нет, я спрашивал, то есть собираю... Все эти деньги — это только донаты. Только донаты. Очередной раз. Все. Хорошо. Так, мы с вами около часа говорим, и я думаю, что больше часа никто особо смотреть не будет. Мое прошлое интервью было 2 часа, и я сомневаюсь, что кто-то его вообще досмотрел. Поэтому, собственно, последний и главный вопрос. А какие у вас перспективы на будущее? Это я скажу. Да, сейчас главная наша перспектива – это открыться... Мы открываемся только под мероприятие. То есть формат такой. Но у нас в этом месяце 5 мероприятий в неделю. То есть мы 5 дней в неделю открыты. И нам бы просто уже хотелось какой-то порог перешагнуть. То есть, ну, условно, типа, если мы будем собирать сумму там в 1,5-2 раза больше, чем мы имеем сейчас, мы сможем просто работать 7 дней в неделю, как, типа, условно, антикафе, да, на таком банальном принципе. И то есть, ну, можно будет просто к нам приходить, работать, читать, кушать, отдыхать, тусоваться. Потому что мы и так, типа, большую часть времени открыты. Но, типа, если работать на постоянной основе, то нужно больше денег, типа, во-первых, дизайнерки наши, типа, хоть какую-то сумму давать, потому что, ну, так работать-то невозможно, типа. И, условно, кому-нибудь платить денежку небольшую, чтобы он мог уйти с работы и там 5 дней в неделю администрировать это все. То есть, если мы сможем собрать реально денег на Патреоне на это все, то мы просто откроемся на каждый день. Это вот наша главная цель сейчас. А следующая цель, это моя любимая цель, это снять, у нас есть в Москве метро Электрозаводская, там куча заводских помещений. Это достаточно близко к центру, это типа, ну, одна станция от кольца, ну, как я не знаю, понимаешь, что нет. Ну, короче, это близко к центру. Я в Москве 100 лет не был. Там куча заводов, и там куча лофтов сдается, таких, как нам надо, 120 квадратных метров с огромными окнами, красивое заводское, целый этаж завода, считай. И мы хотим открыться еще и в таком подобном месте, когда у нас будет достаточно денег для этого, чтобы люди сидели не в подвале, и чтобы нам хватало места, потому что запросы аудитории не соответствуют масштабам нашего проекта, потому что люди приходят иногда в 100 человек, и нам некуда их просто посадить. И мы хотим такие масштабные мероприятия проводить в более масштабном помещении, а это помещение оставить под всякие книжные клубы, какие-то лекции небольшие, какие-то там курсы общественной защиты или чего-то еще, вот. А там уже прям политзеки, концерты и все такое. Вот это прям супер было бы. Планы у вас, конечно, наполеоновские. Надеюсь, у вас получится. Так слушай, наполеоновским планом изначально было открыться в Москве. Мы почувствовали, вошли в раш, и теперь мы мыслим вообще по крупнику. Ну, вот. Правильно, быть реалистом требуя невозможного. Хой. Я думаю, в самом конце еще раз напомните, как вас можно поддержать и из России, и за пределов России. Патреон или все наши реквизиты висят в любой нашей соцсети. Под топлинку ты переходишь, там карты, сайты, все наши соцсети и все остальное. Может быть, у кого-то просто из аудитории, из 14 человек, которые нас прямо сейчас смотрят, тоже есть вопросы, на которые мы могли бы... 18. У меня 14 показывает, слушай. Слушай, у меня 19 показывает уже. Вот, да, если просто есть вопросы... Если есть вопросы, да, то задавайте, потому что мы хотели очень каверзных вопросов. А каверзных вопросов не было, они были добрые. Да, хочется прям какой-нибудь гнильцы, знаешь, немного. Да-да-да. Окей, я задаю. Какая есть мерзкая история, связанная с вашим пространством? Можно я расскажу? Давай. Марксисты насрали прям на пол у нас в туалете, и Слава это убирал. Прямо на пол, и положили сверху несколько бумажек засранных вот так вот. Я зашла, заплакала, и Слава это убирал потом. Это когда мы пустили марксистов, был полный пиздец. Короче, это марксисты, это как говнари в Барановичах. Ну, а как просто люди в Барановичах. Прекрасная шутка. Вот, я не знаю. Про марксистов, можно я расскажу про марксистов историю? Короче, были дебаты, марксисты против там социалистов, что-то там перед выборами.
И Слава говорит, ну это будний день, я возьму, мы все работаем там до 6, а у Славы там график другой. Я работаю в секс-шопе, и у меня сутки двое. И типа я сутки работаю, 2 дня отдыхаю, поэтому могу чаще типа всякое на себя брать. Да, вот. Слава говорит, ну я на себя возьму. Он поехал и пишет мне, типа, что, блин, тут жопа, потому что я должен стоять, засекать время, я не могу выйти покурить, я их кормлю, тут там 70 человек, там вся хуйня. Я с работы, уставшая, еду в этот подвал, и прямо возле подвала я вижу огромную гору обхарканных этих банок из-под энергетиков и пива, короче, бычков обслюнявленных от Айкоса, от сигарет там и так далее. Я на это смотрю, там прям гора, ну, типа, блядь, ну, чтобы не спиздуть, не знаю, вот такая. Типа, как будто бы там человек 50 стояло и все это собирало. Я думаю, жесть, это что, типа, никогда такого не было. У нас даже бычки не кидают там возле подъезда, ничего, потому что все знают, что, типа, как бы... Я думаю, что это такое, надеюсь, это не наши. Выходит соседка, моя любимая пупсичка просто, она хорошенькая, она с собачкой гуляет, с толстой таксой. Она подходит ко мне и говорит, Наташенька, там ваши ребята очень сильно намусорили, ты видишь, ты можешь это убрать прямо сейчас, пока другие соседи не заметили? Я такая, блядь, все-таки наши. Думаю, ладно, все, в пизду, пойду за веником и совком. Короче, я спускаюсь в подвал, открываю дверь, а там толпа этих марксистов, и туда просто не зайти, за этим веником и совком, а надо убирать прямо сейчас. Я иду, убираю это руками. Короче, вот эту всю хуйню убираю, 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 убрала, пришла, забрала микрофон, произнесла злобную речь о том, как вы будете строить коммунизм, блядь, свой, если вы не можете донести до урны 4 шага, блядь, свою банку ебучую. Потом вроде все нормально стало, все разошлись, мы откроем туалет, а там насрано на полу. Да. Это о том, что не имеете дела с марксистами. С неомарксистами, наверное, проще. Да. Я не знаю, типа. Тут у нас есть вопрос, не совсем по теме. Анархизм отрицает полицию? Конечно, отрицает. Да. Ну, Слава, мать, блядь. Я считаю, что институт полиции — это то, на чем должно держаться современное общество. Да, вот. Слушай, твой сарказм не все могут понять, боюсь, что. Короче, я на самом деле очень коротко могу ответить. Да, отрицает. И на эту тему одна анархистская инициатива в Беларуси сделала недавно брошюру, называется «Зачем милиция?». Как раз-таки это анархическая критика института и, собственно, альтернатива, которую им предлагают. В телеграм-канале или на сайте группы «Промень» можно найти без проблем. А теперь к марксизму и говну. Да. Ты мерзкую историю какую-нибудь расскажи теперь. Я не знаю, я просто из-за того, что я там очень много времени провожу, я уже плохо отделяю, типа, разные вещи. Не знаю, у нас в основном все мерзкие истории, они какие-то канализационные, мне, типа, повторять этот прогон еще раз не хочется. Я не знаю, вот мне лично бывает неприятно, как организатору мероприятий и все остальное, когда люди, ну, банально не читают правила. Все, таких ситуаций буквально по пальцам пересчитать. У нас написано, только веганская еда. Не приходите пьяные и не пейте внутри. Вот. Типа 3 каких-то правила условных приличия. При этом пьяных мы пускаем, если они не сильно пьяные, потому что он, типа, заходит чувак, ну вот он видно, что пиво выпил нормально, ну двушечку. Ну, типа, он сидит там, смотрит свой кинопоказ, мы думаем, ну не будем мы его трогать, блядь. Он воняет перегаром и воняет, никому не мешает, все хорошо. Но прям, типа, когда пиво внутри открывают, начинает бухать, мы такие, типа, блин, чел. Проводили мероприятие по нойзу, по кассетам. Пришли, пишут мне, типа, в Телеграм, откройте, пожалуйста, дверь. Я дверь подъезда открываю, там стоят чуваки, бутылку водки вот так вот себя выливать. Я говорю, ребят, ну, типа, не попадете. К сожалению, нет. Не сегодня. Или как, вот с веганской едой, типа, чаще всего люди понимающие, и мы такие, если кто-то приходит, мы говорим, типа, культурно, ребят, у нас, типа, веганское пространство, пожалуйста, без... Пожалуйста, уберите в сумку ваш кефир. Типа, без творожных сырков сегодня как-нибудь проживете. Да, у нас есть еда, вот покушайте нашу еду, если вы голодны, все. Да. Ну и на этой почве были конфликты. То есть, типа, когда люди такие, а почему я не могу выпить ряженку прямо здесь? И вот, ну... Мы стараемся быть спокойными в большинстве ситуаций, так как все мы люди, мы иногда тоже можем как-нибудь и нагрубить, и все остальное, но стараемся, типа, держаться в контроле. Да не, мы не грубили. Мы грубили
Блять, когда девочка пришла, нажралась прямо у нас и начала трогать девочек за ноги. Вот, им, ну, типа, домогаться, короче. Но если бы это был пацан, он бы въебал и получил прямо там, несмотря на все запреты. А так как это девочка, типа, мы такие, блин, ну ладно, ну, типа, давай ее выведем, вывели ее, и она начала громить возле ларька, ну, типа, не возле ларька, а возле как раз белорусского магазина, в котором наша любимая продавщица, которая нас защищала от эшника, начала урны переворачивать. А вот мы на нее орали, пиздец. Ну, типа, я конкретно. Ну, типа, в таких ситуациях, да, но это очень редко происходит. Там у тебя есть еще какие-то вопросы? Я ничего не вижу. Да, у нас Вопросов я не вижу. Вижу шутки про баранки, шутки про тебя. В общем... А что за шутки? Я не вижу. Если смешные, пошути. Да нет, там не особо интересные. Ну, а что, каверзных вопросов больше не будет? Ну ладно. Давай с какой-нибудь подковыркой задай напоследок вопрос, потому что мы... Типа, очень расслабились из-за того, что нас все очень любят. Типа, все такие, ой, вы такие хорошие, вы такие прекрасные. Типа, мы так вас любим. И никаких каверзных вопросов. Есть у меня один вопросик на тему последних событий. Как вы к выборам в Мосгордуму относитесь? Голосовали ли за Лобанова? Ну, на самом деле, выборы в Мосгордуму, у нас был курс лекций по наблюдателям на выборах. То есть там, типа, он пятичасовой был. То есть 5 часов материала. И, к примеру, вот Михаил Лобанов, один из таких, типа, от либеральной повестки такой, типа, и вот мы с ним общались, контакт держали, он у нас выступал на каких-то мероприятиях. Да, он нам донатил, хорошо. Да, поэтому как-то с анархической позиции, наверное, со своей личной, мы можем критиковать институт выборов как таковой, типа, что выборы там... Без выбора, это все поддержание вот этого института и все остальное. Но, не знаю, мы стараемся, в принципе, лояльно относиться ко всем методам борьбы, потому что ситуация в современном, типа, в современной России, в частности, она совсем пиздецовая. Если уж люди, типа, решили бороться, то методика, если она, типа, не совсем отбитая, мы, в принципе, типа, нормально относимся. Если вы считаете, что нужно голосовать, идите голосуйте, типа, вообще без вопросов. Я была наблюдательницей СИЗО на этих выборах. Я очень хотела, чтобы в тюрьме люди могли нормально, без, типа, избиений там и всякого такого, и принуждений, выразить свою точку зрения, потому что, мне кажется, для них это важно. Я сама не голосовала, естественно, но мне хотелось помочь заключенным проголосовать нормально, чтобы их там не прессовали и так далее. Ну, типа, чтобы они ощутили хотя бы свою причастность к чему-то там и так далее. Вот это все политическая хуйня нахуй, типа, в таких ситуациях. Да, и мы видели там политзаключенного, который тоже голосовал, тоже одной из участниц, только сами. И, то есть, мне, в принципе, понравилось вообще наблюдать в СИЗО. Очень смешно общаться с сотрудниками ФСИН по другую сторону решетки. Вот, они такие добрые и милые все становятся очень-очень. Они даже помыли СИЗО-5 водник, и в нем уже не воняло. Вот. Перед выборами, потому что знали, что будут наблюдатели. И они прям очень-очень елейно нам рассказывали про свои там кошки. У нас кошки есть. И мы сидели такие, блин, да. Вау, люди. Этой рукой мы насилуем заключенного, а потом гладим свою кошку. Потом гладим свою кошку. Такое же точное ощущение было. А можно мерзкую шутку, но она прям отвратительная? Нет. Ладно. Но она прям очень мерзкая. Нет. Давай, когда вы... Давай в самом-самом конце, я это потом вырежу перед Ютубом. Хорошо, договорились. Ну что, тут есть еще новые люди, которые присоединились. Может, кто-нибудь что-нибудь спросит все-таки? Каверзное, ужасно. Да, можно... Это единственный шанс нас реально что-то спросить. Или ребята. Обосрать. Скажите, что не гадко. Тут, походу, либо белорусы, либо просто ваши постоянные посетители из Москвы, поэтому никто не хочет обижать. Мы, если что, не видим все равно, это только у тебя отображается. Короче, ничего интересного нет. Шутки шутить пока не будем. Хорошо. Там про шутки спрашивают. Да. К сожалению, вопросами нас особо не радуют. Ну ладно. Поэтому давайте пожелайте людям что-нибудь на прощание, и можно шутить шутку.
Хорошо. От себя желаю, во-первых, счастья, здоровья. А если серьезно, то, наверное, мы бы хотели, чтобы наш опыт какой-то, который мы поимели типа, в нашем пространстве, чтобы оно распространялось типа из-за пределов условной Москвы. Потому что нам часто пишут, ну, вот, как организации, да, типа, нам прилетают вопросы, есть ли что-то подобное в Казани, в Челябинске, во всем остальном. И, типа, мы понимаем, что в городах каких-то не центральных, да, как Москва, ну, типа, Москва не Россия. Но при этом мне бы хотелось, чтобы, типа, вот такой метод вообще, не знаю, можно ли назвать это политической борьбой, но для меня это политическая борьба, и это метод политической борьбы, чтобы он, как бы, имел какое-то распространение и дальше. Потому что, ну, по-моему, это очень классно, потому что мы это сделали, это, соответственно, мне кажется, очень классным методом и очень классным опытом самоорганизации именно на сегодняшний день. Типа, у нас так мало мест, где мы можем спокойно, типа, на горизонтальных каких-то основах общаться и повседневно. И вот наше место как раз-таки таким стало, и мне хотелось бы, чтобы это как плодилось, да, чтобы этого было как можно больше. И просто, блядь, не сесть в России сегодняшней, это уже хорошая удача. И в Беларуси. И в Беларуси. Ну, в Беларуси, я не знаю, в Беларуси желаю надолго не оставаться, ребята. Вот, блядь, что я могу вам пожелать, это купить билет. От себя пожелаю вам верить в себя, потому что это основное, чему я научилась за период действия только сами, потому что изначально это выглядело как какой-то сюрреализм, то есть мы пытаемся что-то сделать, мы ничего не умеем, мы не знаем, как это работает, это кажется таким невероятно сложным, мы думаем, мы не справимся, мы думаем, что мы делаем, куда мы тратим свой ресурс, а в итоге все получилось настолько круто, и хочется даже там после работы туда приезжать, только сами заниматься какими-то вещами, даже супер уставшие занимаюсь проблемами только сами. И, блин, не знаю. Типа, мне кажется, если есть какая-то мечта, которая кажется невозможной, ну, может быть, она не такая уж невозможная. Это я вот банальные инстаграмные штуки говорю. Мы же в инстаграме. Верьте в себя, ребята, давайте самоорганизовываться. Кстати, мы продаем тренинг личностного роста от коллектива «Только сами». 5 шагов к успеху. Ну, я действительно не знаю, как поделиться этим ощущением, что на самом деле, если сильно и хорошо поработать в компании своих друзей, то можно чего-то и добиться. Ну, не знаю, типа, как это выразить. Это очень банально, но мне это греет душу, блин. Вот, а еще желаю всем не сесть в России, в Беларуси и где угодно. Ну, в Польше уже можно и посидеть. Ну, в Норвегии там, я слышала, нормально сидится. Ну, тут, да, условия получше, чем в Беларуси и в России, но, я думаю, и шанс присесть тут чуточку меньше, в раз 25. Я желаю всем поддерживать людей вокруг себя, поддерживать активистов, оказавшихся в сложной ситуации, активисток, писать письма политзаключенным обязательно, потому что есть политзаключенные, которым писали письма только когда они находились в СИЗО в первый месяц, а потом им не пишет никто, кроме мамы, и это очень страшно. А они такие медийные, что кажется, что все им пишут. Никогда писем не бывает много, это можете спросить у любого эксполитзаключенного. И, не знаю, если вам нечем заняться, напишите письмо. Это в России это бесплатно практически всегда, либо через СИН письмо 100 рублей. Вот. И этим вы можете спасти какого-то человека от нервного срыва или человека похуже. Вот так вот. Ну, от себя могу вам пожелать удачи и, да, не сесть, потому что вы же все-таки в России, а кто-то еще с белорусским паспортом, что повышает риски в 2,5 раза как минимум. В общем, да, желаю вам удачи и успехов и развития проекту. Все, спасибо большое. Очень приятно. Да, и большое спасибо, что пообщались. Это для меня был такой первый опыт. И, надеюсь, получилось не так всрато, как я думаю. Вот. Не, получилось вроде хорошо. Но всрато. Увидим на Ютубе. Все, счастливо.